помогите шапки снять, что ли, Лопашу. Господи, вот у нас слава тебе. Господи, всемогущий, слава тебе. Ты дивное величество, творивший этот мир, Господь, дающий дыхание нам и продляющий жизнь нашу. Посети болящих, отходящих из жизни сей, примирение даруй им с тобою, дабы все приняли тебя как спасителя мира, умершего за них. Научи нас ходить во свете твоей любви и иметь общение друг с другом. Благослови нас, Владыка, пусти дары, посылаемые тобою. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Ну, кто главный был у меня там сегодня? Отвечал. Выходи. Ну и как? Все пошли хорошо. Хорошо, а палочку потеряли. В каком месте? Не знаю, Тимофей потерял его. Никто не потерял, Тимофей потерял. А Тимофей считает супер ребенком. Куда не пойдет, все теряет и прочее. Это не то, что не умеет общаться-то. Он жить не умеет. И поэтому мы стараемся, чтобы Тимофей пошел к другим отсюда. А тут со всех сторон его раньше времени забрать надо скорее. Посадите его в духовку, закройте. Выпалится герой оттуда. Ну. Поближе подойди. Еще. Еще сегодня Тимофей ни от кого не отставал. Да замечательно, подойди. Не отставал. Это уже что-то стоит. Это похвала. Так, жалобы от Еремы на вас не было. Просит еще пойти, но нужно оставить троих Володя, дядя Володе помогать на костер. Я сегодня пеку хлеб сейчас. Тем более, а кто? Никита? Никита будет, да. Ты уже все знаешь. Крапиву перевезешь. Все как надо. Значит, все остается. Так, Ваня один, еще одного хотя бы двоих. Ваня, Ваня, оставайся. Я просто раз тебе Кирилл помогал. Давай. Да не Кирилл. Еще Кирилл. Оставь его. Да он не остается, ну что? Ну а что, от ревности большой, что ли? Я хочу, не хочу. Дядя Никита тоже что-то нос морщит, не хочет. Возьмите маленьких, они вообще... Давай. Раз никто не хочет, пусть старший выберет, кто пойдет, и все. Ну давай. Альтернативы уже тут не будет. Ваня давай. Ну еще себе замену. Все, все, без разговора. Ну, тут всего ничего принесли. Ну, Нестор хочет. Нестора еще. Три. Не надо, вы говорили, что двух кто-то. Трех. Так ты, Нестор и Ваня. Да давайте тогда у тебя Нестор и Ваня. Не тащи, что ты его тащишь? Тихо, 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 когда вас не будет, кто будет кричать мне? Не знаю. Я не могу. Я буду кричать. Здравствуйте. Ваня Суховец. Ваня. Как раз тебя тащили за руку. На. Алло. Привет. Да нормально. Это побыстрее. Да, только я не знаю, что сюда поеду. Да, наверное. У него нет желания, он будет. Пускай он маленький. Так, ну кого набрали-то? Нестор, Ваня. Да. Значит, Нестор и Ваня, может еще кого-то оставить надо? Нет, Никита? Только там это надо... Нет, все, это надо все. Говори, как все. Набрать. А остальные? Вот это показать. Все. О, точно. Ну, довольны? А? Так, у кого нет платочки? У кого нет платочки? Выйди сюда. Выйди, у кого нет платочки. Я сказал показать, ты что? Сказали выйти. Ну все, нашел. Я чувствую, что у меня работает.
Говори. Не больше полминуты. Так, Тимофей, только сел за стол и бежит. Вот он. Давай. Алло. Так, раздавайте. Дежурный кто? Вот они. Вот они. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Знаете, Игнатович. Все, убежал. Ну, все нормально? Не надо. Слава Христу. Слава. Вы смотрите ролики только. Вы их там увидите. Все, не успокойся. Вот все, машина. Все, до свидания. Слава Господу. Машина не проехала. Это Тимоша? Это мама была? Бабушка Люба. Что он говорит? Бабушка Люба. Бабушка Люба. Откуда я знаю? Ну машина откуда она проехала? Оттуда, с той стороны. Ну что-то ищет. Доделайте сами. Да, конечно. Так, у нас ногтееды кто? Кто ногтеед у нас? Поднимите руку. Никого нету, слава Богу. Дайте это. Дядя Володя, ты только там алюминий довяжи до конца и куда-то едешь. Пока вот здесь поставишь, хотя бы довезти ее. Так, это только вам, всем остальным толченое. Ну, одну я беру, одну, остальное раздайте. Берите, кому надо. Взрослым раздайте, а малышам мы все сделаем. Берите, хорошо. Берите, хорошо, спасибо, Христос. Ой. Анечка, начинаем с маленького. Мы долго не едят. Две ложки и нету сыра. Маленький.